Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в новое видео! С вами сегодня, как всегда, Олег Купец, со мной сегодня Серега Болотов, и добро пожаловать в Fortnite! Ой, всем привет! Ну что, друзья, сегодня 11 декабря, мы находимся в игре не просто так, хотя вы смотрите это до 12 числа, но ничего страшного. В общем, сегодня, наконец-таки, завезли перчатки Человека-паука, который пускает паутину. То есть это некая способность, которую мы сегодня обязательно протестируем, но я, по крайней мере, надеюсь, что у нас получится ее найти. И сами понимаете, ажиотаж, конечно же, на все эти перчатки, сейчас все за ними будут играться, поэтому надеюсь, у нас получится сегодня это сделать. Ну, друзья, прежде чем мы начнем этот видос, я вам хочу напомнить, чтобы вы не забывали поддерживать меня в магазине Fortnite. Если вы вдруг не помните, как это сделать, я вам сейчас все быстренько покажу. Значит, заходим в Fortnite, нажимаем на вкладочку «Магазин предметов» и в правом нижнем углу вкладочка «Поддержать автора», и сюда вводите мой код автора кофе. Друзья, огромное спасибо каждому, кто поддерживает, кто помогает, кто вписывает. Вы реально красавчики, ваша поддержка бесценна. Ладно, друзья, мы начинаем. Всем желаю при этом просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Ну а мы погнали! Так, Серег, давай просто логически подумаем, где могут находиться перчатки. Daily я Bigo. Думаю, ничего, да. Я уверен, 100% там 100% будут перчатки. Нет, поэтому мы летим прямо туда, паука. Друзья. Блин, Серег, я реально, я боюсь представить, сколько людей сейчас будет в этой локации, потому что по-любому все сейчас охотятся за этими перчатками. 100%, а? А мне еще интересно, а как они... А мне еще интересно, знаешь, что, как они вообще тут, ну, то есть они просто... О, стой, погоди, что-то вижу, смотри. Я вижу, стой. Мое. У меня перчатки. Хотя, как пользоваться-то? Ему, погоди, стой. Ну-ка, за уголочек вот так. Ему! Офигеть! Это так круто, Серега! Это Олег, так круто! Вот, это хорошо, что ты человек-паук, вот это все, но ты не это. Ему! Да офигеть! Это очень круто, Серега! Блин, это, ребят, это самое лучшее, блин, что есть сейчас на данный момент в Fortnite, я вам серьезно говорю. Так, ладно, давайте немного подойдем. Кстати, паутина-то не бесконечная, слышишь, там знаешь сколько... Ой! Не-не-не! Слышь, Серега, меня стоит! Тихо-тихо! По человеку-пауку стреляют, это как-то? Ну, конечно, по человеку-пауку! Да тихо-тихо! Баночку выпиваем. У меня ни ресурсов, ничего, у меня лишь только перчаточки и все. Так, ладно, сваливаем. Да свали! Давай, вот так, все, уходим. Короче, да... Нет, только не ты! Да блин! Все, Серега, но это было очевидно, что все эти мы закончимся на самом деле, понимаешь? Только стоило расправить крылья птицы и тут же ее в клетку снова, а? Ну ладно, ничего страшного, друзья. Я думаю, мы сейчас сделаем еще попыточку. Я уверен, на самом деле, что эти перчатки спрятаны не только здесь. Я уверен, что должны быть еще, мне кажется, локации, где они. А он улетел, все, забудь про него. Он все, Серег, ты можешь забыть про него. Так что, друзья, мы сейчас перезапустим. Просто я не вижу смысла, мы целенаправленно идем сегодня за перчатками. Так что мы сейчас перезапустим. Заново начнем и снова попытаемся найти их. Серег, прикинь, Серег, нам не пришлось даже перезаходить. Ты нашел? Смотри. Я тебе говорю, а ты перезаходить ре... хотел. Так, стоп. Мои перчаточки, дай. О! А ну-ка сюда, к папа! Ой, куда я? Слушай, не, ребят, все, мы сейчас, значит. А, чего? А ты где? Я на дерево, спаси меня. Спаси меня. Не, ну человек-паук, понимаешь, немного. Ну я не знаю, как тебя спасти, Серег. Я реально не знаю. Человек, помоги. Где он? Блин, нормально. Ты чё, на кого? Ой, я хп потерял. Здравствуйте. Машина. Ой, ещё чел. Не, да куда ты, блин? Почему тут так много людей резко-то долетело? Да ё-моё. Жопа. Так, ну нет, все же, теперь мы реально перезапускаем. Так, ладно, ребят, вторая попытка. Значит, мы тут, Сережа, немножечко покопались и нашли точные, ну, плюс-минус, точные примерные координаты, где располагаются, где спавнятся эти перчатки. Поэтому мы сейчас сразу летим на две точки, чтобы у нас у обоих они были, поэтому надеюсь, что наш план реально сработает. Не, ну так не считается-то, а. Короче, как мы поняли, перчатки спавнятся именно там, где, соответственно, есть паутина Человека-паука. То есть, на которой можно прыгать, где она разбросана по карте и все такое. То есть, обычно в такой области, где-то в такой местности должны встречаться эти перчатки. Поэтому надеюсь, что у нас реально получится их заудать. Ну, ты, конечно, поближе себе меточку-то поставил, да? Сейчас, надеюсь, короче, найдем. Серега! Олеж, я нашел. Я лечу за тобой. Уже нет смысла лететь за мной, Серега. Да меня сейчас убьют просто. Меня сейчас просто убьют и все. Где-то здесь, 100% где-то здесь. Я прям чувствую. Я прям чувствую. Он прям по мне стреляет.
А походу меня уже кто-то опередил, слышь? А не, погоди, Серег, я нашел! Нашел. Да, я нашел! Давай, я еду за тобой. Сюда, к папочке! Еще я птичку получил. Так, сейчас я быстренько подхиляю, Серега, и к тебе лечу. Давай, все, у нас у обоих перчатки! Зашибись просто, вообще офигенно! Ты что, на тачке приехал, Серег, у тебя же... Да. Тихо. Блин, это тут на самом деле... Тут надо научиться еще пользоваться этим. Иди сюда, поднимайся, давай. Ой, как это круто! Ой, я прям не могу. Я прям кайфую от этого, Сережа. Балдею. Это очень круто, ребят. Это реально, это самое лучшее. Это реально. Опа, минники, приветики, здравствуйте. Слушай, не, ну хорошо на самом деле, а. Слушай, можешь попробуем топ-1 занять тогда, слушай? А ну так, чисто попробуем. Я понимаю, что тяжеловато будет, да, но попробую. Два. Поехали, давай. А, человек. О, не, ну куда? Куда по мне-то сразу? Давай, Серега, прям на него, давай. Где он? Мне нечем строиться. Что это? Олег, помоги. Хорош. Еще. Тихо. Стреляй. Че, можешь, ты поднимешься к нему, а, на паутинке-то, а? Давай. Сейчас, погоди. Готов? Давай, погнали, все. Раз, два, три. Куда? Я вниз упал. А, он здесь все еще. Еще наверху? Да, он прям здесь. О, здравствуйте. Держать нужно. Ема, это офигенно, Серега, это так круто. Так я говорю, это надо научиться еще реально летать на паутине. Это не так легко на самом деле, как кажется. Потому что там иногда она сбрасывается, как будто такое течение. И она не бесконечна еще, это тоже нужно понимать. Ой, здесь разлом есть. Ой, здрасте. Пробуем. Сейчас, Серега, у меня тут это, кентик. Олег, я разлом вижу. Нормально. Еще будет. Стоп, не подслышишь? Тихо. Нечем строиться. Паутины можно по нему стрелять? Типа как атаковать или нельзя? Не знаю. Так, ну этот мирники. Так, ну ладно, Серега, вы немножечко подлутали. Что, я тебе предлагаю нам зону, хотя ресурсы бы нам на самом деле не помешали бы. Да, у нас да, вообще ресов нету. Что, Серега, реально там зону, слышишь, наваливают уже. Все, быстрее. Опа! Не, ну я считаю, что мы так быстро на самом деле долетим на паутинках, скорее всего. Сейчас самое главное правильно ими пользоваться. Еще и скользим, смотри. Так. Ну а что не... Ну давай, цепляйся. Вот! Все, полетели! Let's go! Блин, это очень круто! Это реально... Это просто мега классно, друзья! Я вам серьезно говорю, просто сами садите Fortnite, попытайтесь просто достать эти перчатки, и я вам говорю, это очень круто! Это реально просто мега классно! Я реально как будто играю, знаешь, Человека-паука сейчас на PlayStation, вот прям реально один в один! То есть здесь реально, знаешь... А, куда я потерял? Ты где? Ты там нормально? Я от зоны все нормально, так уходить можно. Да, Серег, ты там особо не заигрываешься, ты как бы понимаешь, что там в зону все равно-то надо, да, и все такое. Блин, ну очень классно, ребят, прям очень необычно, я серьезно говорю. Это реально одна из самых лучших способностей вот за все время существования Fortnite, которую они только добавляли в игру, реально. Это прям очень классно. Олежа! Смотри. Да, я. Нормально тебе там, а? Слушай, я видел видосы на самом деле, что кто-то цеплялся так за тачку, и можно было, получается, так ехать. Ема, какая высота просто, блин, а? Слушай, ну снаряды реально не бесконечные, но я думаю, что их хватит. Их должно, у меня 60. Я думаю, ну их в любом случае должно хватить. Мы ж не будем бесконечно ими пользоваться, правильно, да? То есть мы по-любому будем на перерывчик какой-нибудь выходить. Олег, не зря у нас есть. Не зря у нас Человек-паук. Чё такое? А что такое? Посмотри на зону. А где она? Погоди. Ё-моё, вы чё с ума сошли? Так, давай попробуем. Так, давай подлутаемся. Мы, в принципе, успеем, я думаю, к зоне дойти. У нас-то, в принципе, с этим всё нормально. С передвижением я имел в виду. Серёга, а чё такое вообще, а? Это чё? Надо попробовать. А, стой, может быть... А что это такое? А тебе не кажется, что это что-то живое вообще? Как будто кто-то дышит, реально. Что это такое, слышишь? А что это? Не, подожди, это что-то странное, Серега. Это очень-очень странно. Так, ну ладно, все, я полетел. У меня там срочный вызов. Вызываю Человека-паука на смену. Я пошел отрабатывать. А что камера трясется? А что камера так жестко трясется? А это что такое? Слышишь, смотри. Видишь, какой-то куб просто, подожди, замерз. Че такое? Это что за... А разве такое раньше было? Или нас вообще просто здесь не было? Тут что-то как-то даже непонятно. А, это место потом растает, и тут что-то появится. А, ну, кстати, реально, слушай, как вариант, да. Блин, так быстро по карте можно перемещаться. Это так кайфово прям вообще. Смотри, как мы быстро летим. Самое главное еще не разбиться. Это самое главное, да. Не, ну, кстати, анимация хорошая. Камера, да, анимация очень классная. Но только камера иногда трясется как-то непонятно, как будто землетрясение прям. Наверное, мы между деревьями, потому что лазим. Ну, может быть.
понимаю. Я вот тоже не понимаю, а где все игроки вообще, все вот это вот, да? Еще вот непонятно, что за перезарядка такая, ну то есть для чего она вообще сделана? Вот опять камера трясется. Вот специально, когда что с камерой, я не понимаю, почему она так трясется? Что-то происходит, что такое? Так, вот сюда давай приземлимся. А как, подожди, а что я не приземлился-то туда? Так, ладно, давай позицию займем какую-нибудь. Я как бы понимаю, что мы уже подходим. Сколько? 14 человек? А, стреляют слева. Где, слева? Где-то за зоной люди там. Понятно. Есть. Ну давай тогда пока будем просто, не знаю, лутаться. А ну-ка, Серег, вижу одного типчика. А ну-ка. Что, знакомиться идем? А там два типа, слышишь? Ну нет, да в смысле? Давай. Найс, минус 90. Есть одно пробитие. Да. Есть пробитие, а? О, Серега! Аккуратненько, ты... Ого! Нифига! На, иди... Только мы настоящие человеки-пауки, только других нету, понятно? Слышь, они нифига себе там настреливают, а? Ема! Давай, что там, нам перезарядка? Вижу, они уже близко. Они приближаются. Серег, может, давай улетим, так сказать, а? Ну, давай, может, не будем. Ну, давай не будем играть судьбой, давай просто... Они бегут. Ну, я поэтому свинтил, все, я ушел оттуда, Серег, все. Я пойду, пожалуй, подальше просто, отойду немножечко вот так вот, отлетим. Все, понимаешь, там вообще нету смысла переживать. Мы можем так летать хоть до бесконечности, реально. Так, что-то мне это местечко не нравится. Да, давай где-нибудь вот здесь, давай вот тут где-нибудь ХГ просто займем и все. Серег, что такое? Где-то здесь? Ты уверен? Прям на 100%? Я слышал, он бегал, пока ты был. Прям уверен на 100%, что ты видел Человека-паука? Это не ты. Пойми, кроме нас не может быть других Человека-пауков. 100% не может быть такого, понимаешь, да? А мне кажется, что сейчас вот с той стороны пойдут. Он поднимает спереди. Поднимает? Кого поднимает? Вон там, посмотри. А ну-ка, погоди. Вижу. Строится. Ну не, это не Человек-паук, подожди. Ну он там двигается, по нему невозможно попасть отсюда. О, понятно. Меня больше... Вот, слышишь, прямо справа от нас, под нами. Кстати, 7 человек осталось, включая нас. Ой, не, все, Серега. О, я же говорю, под нами кто-то был. Ну они справа пришли. Они ушли, они уползли туда. Серег, а тебе не кажется, что сейчас вообще какая-то заруба будет? Тебе не кажется вообще это, а? Мы выше всех пока. Подняли. Да, минус 180, да! Ай, это кто там стреляет? Не понял. Вот он, вижу. Минус 90 дал. Стреляй по нему, стреляй. Проспайм. Че, может, на перчатках долетим за пушем, а? Как думаешь? Думаешь? Да, ну, давай. У нас зона, кстати, да. Давай попробуем. Лети, Человек-паук, лети! Серег, я у него уже. Я пытаюсь, поднимаюсь. Ух ты ж. Тихо. В смысле? У меня лестница. Все, убил. Ух, нифига себе. Да, он был один. У него золотое все здесь, ты че? В команде там 8 человек должен был быть. Так, а сколько человек осталось? Погнали наверх, погнали реально. Нет, слушай, Серега, реально, за счет этого можно просто камбэкаться вот так вот, вообще на изи, реально. Я уже прям научился. А я вижу еще Человека-паука, еще человека. О, летит, стреляй. Так, Серега, только там надо поаккуратнее. Хорошо договорились, а? Угу. Давай там это снизу немножечко. Двое еще. Все, вижу его. Погоди. Вижу. А ну-ка, покажи свою головку. И вижу справа. Вот там вот вижу. Сотку снял. Прям под нами. Прям у тебя, что ли? Да. Серег, я лечу. Ой, Нормально, блин, это было очень плохо. Извините, не хотел. Я думал, я успею переключиться, не успел поднять. Минус 25. Лоу хп, пошли. Ты тоже лоу хп, алло. Нормально, пошли. Че он выходит там, собирается, не? Не, это моя постройка, Серег, он снизу где-то. Да, их там двое. Ема, у нас тут замес какой-то, ты что такое? Серега, живи. Я не вижу, где они. Подо мной. Уходи, на перчатках, просто улетаем на перчатках. Промазал. Сережа, ну как же так, Сереженька? Живи, пожалуйста. Все, я спавлю, минус 25 дал. Минус 50. Давай! Улетаю. Улетаем? Нет, вырубил одного. Да блин! Серега, мы стояли на одной волне, ты понимаешь? Это было так близко, капец. Ну что же, друзья, я думаю, для первой попытки было прям вообще супер круто на самом-то деле. Для второй хорошо, да. Ну перчатки — это мега круто. Серег, вижу типчика одного. Сейчас стреляем?
Ну, все, минус один. Минус один. Но там их дофига. Да, там их реально очень много. Так, давай попробуем наверх просто подняться сейчас. Нам надо занять ХГ. Нам надо ХГ занять. Слушай, ну я вижу, что как кто-то стреляется, да? Ну только. А, не, стой. На крышу, на крышу, на крышу, на крышу, подо на крышу. Подо мной, подо мной. На крыше! Так, ладно, понял. Лечу тогда на паутинке к ним. Все, лечу к ним, лечу, лечу, лечу! Вам не спастись от Человека-паука! Не спастись! Они где-то здесь. Они где-то здесь. Вижу. Вижу одного. Положу. Раз, два. О, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Олег, все, Олег, стой, Олег, стой, 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 стой. Сюда, к папочке. Олег. Типы? У тебя типы, Серега? Бегу, бегу, да. Бегу, 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 бегу. Один остался, один остался. А где, с кем? С кем стреляешь? А, я вижу его. Сучил. Вижу, 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 вижу. Сейчас домашнее человек придет. Сейчас человек паук придет, разберется. Где-то здесь был. Где? Че это за фигня была? Че это было такое? Так, ну все, локация получается наша. Я думаю, можем здесь немножечко еще. А, зона-то. Ну хотя пофигу на зону, мы так, мне кажется, успеем. Так что давай, ладно, все равно подлутаемся, реально много там соберемся полностью силами и все такое, и уже отправимся нормальный бой за топ-1. Серег, что там у тебя такое? Сережа, ну ты что там, а? Я еще один нашел. А, то есть можно сразу двумя стрелять или как погоди? А подожди, а я же взял. А, ты утилизировал, оно типа, у тебя пропало, осталась лишь только одна, обновилась, а да, где? Как я понимаю? Да ладно, ничего страшного, нормально. Че за фигня? А почему не. Все, перчатки не работают, что ли, или что, я не понял? Закончилось. Нормально, 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 нормально. Все, быстренько на сундучку. Так, да я знаю. Так, синяя стопа нужна, не нужна. Все, реально, погнали в зону, а то мы что-то это. Опаздываем. Перед нами челик, перед нами челик, перед нами челик. Я успею за ним! Я успею за ним! Куда? Мой. Куда? Мой, Сережа, мой. Блин, ребята, это реально кайф. Это реально. Мне прям нравится. Просто офигенно, реально. Это просто самое лучшее обновление. Это даже лучше, чем сезон. Ой, чем голова. Ламу! Вижу ламу! Мою. Куда это? Здравствуйте! Здравствуйте! Я за нее, не бей ее. В смысле? Ты ее связал? Ну давай, быстрее! Да что ж ты? Ё-моё, ну наконец-то, а! Опа, баночка, баночка, давай, баночка. Собираю я баночки взял. Бутылочки. От миники, миники взял. Миники у тебя не надо, не? Не-не-не. Ну, смотри, как знаешь. А, не, стой, это перцовая ядерная бомба, прикинь. Я думал, это Миланик. А ну, погоди, смотри. Е-мо. Под себя, наверное, не? Думаешь? О, да, во. Но, о, и бегать может, смотри. Слушай, ну это прям двойные какие-то перчатки уже, двойные способности какие-то получаются. Я, кстати, слышал тачку, погнали на машину, попробуем зацепиться. Поехали, поехали, поехали. Не понял, это кто на меня там охоту кинул, а? Это кто на Человека-паука охоту кинул? Кто посмел вообще? Скажи, пожалуйста, да? Алло, стоп, он прям надо мной, Серег. Здравствуйте, доставочку заказывали. Второй, не знаю. Второй не знаю. Блин, жалко. Ну ладно, ну можно сразу добивать, потому что тут... У него тоже были перчатки, чего? А чего он ими даже не пользовался? Богатые все, что ли, я не понимаю, что чё такое? За фигня? А это кто такой? Я не знаю, это лама какая-то. Давай, давай, нормально, нормально, но... А, он тоже по нему стреляет. А что это за... Что это было? Да что ж такое-то? Что, все, что ли, Человеками-пауками тут стали, я не понимаю, или как? А, кстати, сыр, подожди, а что будет, если... А ну-ка... Чур моя. Могу за акулу, зацепился за акулу, смотри! Олег, подожди. О, не-не-не, не цепляйся. Я за ней катаюсь. Не цепляйся. Олег, я за ней катаюсь. А, у тебя получилось? Бля! Серега, не-не-не, пошли обратно уже, вернемся. Да, ну вот, да, поэтому возвращайся обратно быстрее. Налети за мной. Серега, живи, пожалуйста. Подо мной. Бегу, Серега. Че, кто тут у тебя? Здравствуйте! Все нормально, ну, Сережа? Чё, я с ней стрелял, все нормально, Сережа, все хорошо, ну, все нормально. Такое? Так, а он один был или кто-то еще был? Потому что нет что-то. Я надеюсь, гуляет. Что больше никого на нашем острове два нету. Два человека осталось. Два человека. Да ну нафиг! Реально что ли? А я еще даже знаю, наверное, где они, где-то слева должны так, быть. Я перчик возьму, скушаю. Так, слушай, ну мы можем с тобой перелететь сейчас просто на тот остров и зайти в зону. Потому что зона на самом деле сейчас. Ну, Сережа, давай вот без этого реально, а? Все, погнали! Цепляйся просто за елку и лети на соседний берег вот так вот. Какой кайф просто, ребят. Если мы сейчас еще топ-1 займем, я просто... А я походу знаю, где они. Они вон там вот, смотри, Серег. Они вон там вот. А я чисто летаю. А мне чисто хорошо, мне чисто по кайфу. Че, может, к ним залетим и все, так сказать, а? Ты готов? Давай. Ну, вообще не особо готов. Слушай, они там какие-то жесткие ребята, как я понимаю. Ой! Плохая идея была, плохая. Понятно. Очень плохая. Так, ну у них ХГ. Нам надо как-то к ним пробираться. Они к нам пойдут, наоборот. Нет, в смысле? У нас зона, Олег, у нас зона. Серег. У тебя есть эта, которая стальная? Стальная есть? Поставь стальную, у тебя же была вроде. Есть, сейчас.
сначала до тебя добежать нужно. Хорош, всё! Всё, всё, пацаны, да? Смотри, он меня целит. Минус 90 дал! Сломал пистолет. Хорош, хорош, хорош. Сломал. Я спавлю так же. Спавлю. Всё, всё, пойдёт, всё, упал! Да, они по-любому к нам пойдут, сейчас. Ой. Давай! Лоу хп! Стой, очень хорошо. Стой аккуратно, Серёг, слева. Он уже здесь где-то. Нормально. Можем наверх к ним запрыгнуть. Он лечится. Я полетел к ним наверх. Давай. Ну давай! Да сколько можно? Еще давай выше построим. Я второго почти убил. Давай. Ты того бери, я на себя этого возьму. Да сколько можно? Серег, есть план Б. Сейчас надо сделать просто очень грамотно. Надо сломать просто постройку какую-то и все. О! Чего? Ну, одного я убил, да. А тут что было? Он просто упал! Понятно. Чё за бред? Как вы садили там один вообще? Я не понимаю. What the fuck просто. Я даже забыл, что этого убил. Чё это было такое вообще? Мы там стояли, Серёга, ждали, думали, значит, выдумывали там планы, как его скинуть оттуда, а вон. Да, я же, ребята, такой себе. Олег, город спасен. Человек-паук молодец. Ну что ж, друзья, вот такой вот видосик у нас сегодня получился по Fortnite. Надеюсь, он вам понравился. Вы поставили лайки, конечно же, подписались на все наши каналы, все полезные. Ссылочки находятся в описании под этим роликом. Также не забывайте пользоваться моим кодом автора в магазине Fortnite. Каждому, ребята, респект. Кто пользуется, кто поддерживает, вам реально обнимаю каждого. Ну а на этом, ребята, сегодня все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Спасибо огромное за просмотр. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока.